В тот момент мы как раз начали заниматься психотерапией, незадолго после того, как мы его взяли. И я узнала, что у меня ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. И я видела ПТСР в собаке, потому что он... Потому что ты видела ПТСР везде? Куда ни взглянешь, везде ПТСР? Возможно. А возможно еще потому, что он был очень пугливым после... Ну, то есть видно, что с ним что-то происходило, не только то, что... Он замерзал на улице в коробке, но, видимо, его били люди. Или он почему-то боялся лестницы. Я не знаю, может, кто-то его спустил с лестницы.